Ни о чем. Хотите? Нет. Пожалуйста. Вот. Все персонажи улыбаются. Так, да. Да. Там массаж, по-моему, просили там. Сейчас знаю, ходит, раньше ходил. Такой, да. Ну, Оксана сейчас на пресс усилен. Нет, там Олежка есть такой. Олежка, да, Олежка тоже на пресс, да. Но это другой. Короче, ну, короче, вот Валик там с ним унимался. Он сказал, что там есть такую умную вещь. Я когда-то спрашивал тоже, подходил, там, когда начинал, там у всех подряд, вот как ты что-то делаешь. Ну ведь все там у Леши с Марсом. Дети, так он мне когда сказал одну умную фразу, говорит, Серега, а что ж ты спрашиваешь, что вот, вообще советы у смазчика? Вот видишь, там вот парень жмет 200 килограмм по груди. Вот он точно что-то знает, у него спроси. Петя тоже около 200 жал. Ну да, Петя тоже под 300. Ну, не 200, если он, по-моему, жал, что-то там 100. Приседал он 300, я точно помню, он даже 300 сейчас потом накладывал. Ну, коряво там, конечно. Накладывал все, что есть, и еще какой-то тащили какие-то еще там колеса. Эти колеса. Не колеса, шоколадки. А шоколадки. Там, значит, шоколадки такие. Из гусениц. По 60 да, килограмм, да. Шоколадка, ну, квадратиками. Ну, из гусениц, да. Нет, гусениц там по 30, по 20, а. Это вот такой как плитка. А, я понял, понял. И там такими квадратиками оно, 60 килограмм. Да, я видел, то есть наложили где-то килограмм 300, не знаю, не за сколько. Может, 300 с чем-то, не знаю. Я раз просто пошел по рукоходу, там раза 3-4 туда-обратно, и сорвал мозоль. Да. Может, просто разное строение. Мозоль остался на рукоходе. Разное строение рук просто. Вот даже сейчас, я не уверен, сейчас я могу пройти раза 4 точно, я пройду. Вот, то есть сил хватит. Но я уверен, что вот у меня вроде мозоль есть, но вот где-то в каком-то месте даже, которое вот нерабочее, у меня появится новое и сразу сорвется. Вот давайте на мне проведем сейчас эксперимент. Сорвем. Вот, давай, 5 раз, пройди вот. Нет, давайте 20. И... Что 5? Нет, я шучу. Все. Он как-то ходит неправильно. Да, он скинул это куда-то килограммы, и сейчас очень легко ходит так. Это легко ходит. Так специально, чтобы позднее было? Ну что, ну, пока мы отвернулись, он поменял руки и ноги местами. Сто подогод. Четвертый, да? Третий. Подмена здесь не хватит. Ладно, еще 3 раза сделаем, что ли. Все? Ну что, ну, нормально. О, кстати, ты занимаешься, в принципе, это регулярно, да? Когда такие руки уже можно срезать. Натик. Уже нужно пальцы отрезать. Уже это что? Время пришло, да? Это мужики, да? Про базали тут. У кого? У тебя вообще нету. Ты недавно срезал, да? Не, у меня такие всегда. Сами отпали весной, да? Классно, когда повезти отпадают. Я когда беру штангу, мозоли на штанге появляются. А, кстати, да. Суровые на штанге. А на руках нет. Есть ножик специальный, которым срезают мозоли на стопах. Так. Знаете, да, такой ножик? Там такое маленькое квадратное лезвие. Вот. Вот ним распарить руку. В горячей воде, в горячей, минут 5, и потом просто срезать. А как часто? Ну, если часто занимаешься, раз в неделю, если постоянно. По мере нарастания. Ну да. Мозоля. Если раз в неделю занимаешься, то можно вообще не срезать, в принципе. Ну да. Не. Можно трение, можно перескакивать вот так вот, а можно просто отпустить, прежде чем провернуть руку. Vegas for the weekend, LA on a Thursday. How you want me back, huh? Want me in the worst way. You won't get a text on Christmas Eve and your birthday. Can't believe I fell for all your games in the first place. And since you like everything that comes with the fame, I wish you luck, I'm sure that I'll see you another day. You'll probably snag a rapper or a baller in the game, and I'ma walk right by you backstage like... My mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong.